Сегодня росгвардейцы поздравили участников Великой Отечественной парадом у дома. Военные песни исполнили труженику тыла и майору в отставке Борису Вислову. В этом году ему 90 лет. Борис Павлович, он легенда нашего города, внутренних войск. Я всегда удивляюсь его жизнерадостности, его энергии. Мы всем можем позавидовать. Это уникальнейший человек. И сегодня я считаю за честь, что мне доверено право поздравить его с таким святым праздником. Это очень приятный день для меня сегодня. 75 лет я ждал этого дня. Такого дня еще не было у меня в жизни. Это очень интересный и знаменательный для меня день. Это запомню я на всю свою оставшуюся жизнь.